Фестиваль школьных театральных коллективов «Красота спасет мир» завершен. Позади выступления 19 театров. Перед участниками фестиваля стояла непростая задача – представить постановки по произведениям донских писателей. Ярким, музыкальным и костюмированным, с казачьим колоритом стало выступление большого театрального коллектива школы номер 37 «Живое слово». Руководитель Нина Константиновна Шматко. Этот номер украсил церемонию закрытия фестиваля. Школа номер 37 работает в направлении казачьей культуры. Участники театрального коллектива не только прекрасно исполняют казачьи песни, но и владеют фланкировкой. Настало время назвать победителей и вручить заслуженные награды. Мы сегодня закрываем уже ставший традиционным фестиваль школьных театральных коллективов «Красота спасет мир» 12-й. Такого проекта в области нет. За нами потянулись, где-то пробуют. Но вот такого масштабного мероприятия, проекта, поверьте, друзья мои, я говорю с полной ответственностью, нет нигде. Чтобы все школы города принимали участие в фестивале, это только мы. Новошахтинский драматический театр, который предоставил сцену школьникам, учредил свои награды. Директор театра Светлана Сопова вручила их руководителям школ и театральных коллективов. Награды от управления образования лучшие коллективы получили из рук его руководителя Татьяны Петровны Бахтиновой. Но кто же занял почетные места? Дипломы третьей степени получают театральные коллективы «Стрекоза» школа номер 27 и «Маска» школа номер 7. Дипломы второй степени – театральные коллективы «Этюд» школа номер 79, «Живая классика» школа номер 34 и «Новичок» школа номер 8. Почетное первое место присуждается театральному коллективу «Лукоморье» школы номер 20. Диплом фестиваля за лучшую мужскую роль получает Дмитрий Дзуляшвили, школа номер 24 в театральной постановке «Медведь». Диплом за лучшую женскую роль присуждается Паршуковой Ксении, школа номер 8 в постановке «Тихий Дон». Награды вручает актриса Новошахтинского драматического театра Людмила Меймухина. А дальше интрига. Жюри держит в тайне обладателя гран-при фестиваля и предлагает посмотреть постановку театрального коллектива «Живое слово» школы номер 24. На сцене пьеса Чехова «Медведь». Да как вы смеете говорить со мной таким образом? Не кричите на меня, пожалуйста, я вам не приказчик. Позвольте мне назвать вещи настоящими их именами. Я не женщина и привык высказывать свое мнение прямо. Не извольте же кричать. Не я кричу, а вы кричите. Извольте оставить меня в покое. Зрители тепло принимают спектакль и уже понимают, что на сцене обладатели главного приза фестиваля. Анатольевна Лишенко, мы вас поздравляем. Это высокая награда, заслужена вами. Аплодисменты. Школа номер 24. Вы уже артисты. Я представляю, какое у вас будущее. Поэтому вам успехов. С вами такие рядом профессионалы, добрые ваши учителя, которые помогают вам себе раскрыть, показать всю свою красоту и любовь к театру, что это просто-просто очень здорово. Я еще раз хочу от имени и присутствующих здесь наших главных победителей, гран-при взявших в этом фестивале, давайте все вместе еще раз поблагодарим за прекрасную возможность, которую предоставил нам в очередной 12-й раз Новошахтинский муниципальный драматический театр. Огромное спасибо Светлане Николаевне, Михаилу Юрьевичу, всем тем, кто стоял рядом с нашими юными артистами и помог воплотить в жизнь вот эти замечательные проекты. Фестиваль очередной, 12-й, завершен. Но он продолжается. Ему жить и жить. Фестиваль завершен, а руководители школ задумываются, чем удивить искушенного новошахтинского зрителя на следующем, 13-м фестивале. За кулисами мы встречаем победителей. Ну, у меня ребята тоже взрослые, 9 класс. Слово «любовь» они уже понимают. Поэтому, я думаю, неплохо сыграли, прочувствовали. Я ими довольна. Естественно, есть период, когда мы сидим за столом и вчитываемся, понимаем, что мы должны сыграть, как мы должны сыграть. И не сразу все пришло уже в репетициях.
на сцене непосредственно, но пришло. Все, каждый понял, что должен сыграть. Молодая вдовушка, которая вроде бы с одной стороны скучает по мужу, но это все наиграно. Она ждет другого принца, скажем так. Огромный текст. Как ты его выучил? Привык просто. То есть в школе дается литература? Да. И стихи легко запоминаются? Да. Ну, такую массу текста-то выучить. Сколько времени ушло? Я не знаю, я не следил, просто училась сама по себе. В одном из выпусков программы «Талантливый Новошахтинск» мы покажем полную версию спектакля «Медведь» победителя театрального фестиваля «Красота спасет мир». Молчать!